Всем хай, и с вами Даня Флай. И сегодня у меня будет новая рубрика под названием «Кольцо Фортуны». В чем заключается суть этой рубрики? Подписчики дают мне разные задания. Я их записываю в «Кольцо Фортуны», после чего хочу колесо и выполняю те задания, которые мне с него выпали. Думаю, все поняли. Так, что врача печеньки, но мы поехали! Так, и сейчас я уже буду крутить это колесо. И давайте все, я кручу это колесо. Что же выпадет? Надеюсь, что-то легкое, потому что не хочу какое-то сложное или жесткое задание выполнять. И это построить форт, да? Да, ну это изи вообще. Ой, я, кстати, подписчика своего встретил. Достаточно приятно, когда встречаешь подписчиков в каточке. Ну ладно, сейчас я рейсиков достаточно насобираю. И сейчас закупаюсь, и буду сейчас строить форт. Я построю не мега-топовый форт, ну, что-то приблизительное похоже на форт. Так, башню ставим и блоки вот. Вот, ставлю. Я строю не мегафорт, потому что в задании просто было сказано построить обыкновенный форт. Так, ладно, все, почти достроил. И последнюю стену нужно сейчас достроить. Так. А чё я парюсь-то? Вот, так легко же достаточно просто поставить стенку и все. Так, ну ладно, вроде я тут все достроил. И сейчас просто хочу поглядеть, как форт мой выглядит. Так. Ну, в принципе, нормальный, прикольный форт. Ну что ж, мы переходим к следующему заданию. Так, ладно, все, кручу снова колесо. И надеюсь, что снова что-то легкое. Так. Так, это что-то. Так, затащить век, что ли, да? Да, все, мне выпало затащить век. Но, в принципе, это достаточно просто и легко. Так, ладно, лутаю ресики. Закупаю себе броню. Также меч, также дофига блоков, также еды, также блоки. И одеваю броню. Так, все, нападаю я на желтого. Точнее, на желтую базу. И сейчас я сломаю им яйцо и их, собственно, уничтожу. Так, все, сломал им яичко. Их. И сейчас отправлю их в следующую игру. Так, иди сюда, желтый. Иди сюда. О, подписчик мне пришел на помощь. И сейчас мы с ним разберемся с этим желтым. Так. И все, я убил этого желтого, и челик сам пал. Так, мы уже с сабом напали на синюю команду. Сейчас я одену одежду этого синего. И сейчас подписчик сломает ему яйцо. А я его сразу убью, этого синего. Так, все, давай, синий, прыгай ко мне. И получи. Так, все. Я его победил. Ну и мой подписчик уже сломал зеленых. И сейчас остался один маленький чувак. Ну все. Победа. Так, ладно, я снова кручу это колесо фортуны. Что же мне выпадет? Надеюсь, снова что-то очень простое, потому что тут есть и очень жесткие задания. Так. Это потратить монеты. Но это изи совсем. Так, ладно, я нахожусь на своем аккаунте сейчас.
И что-нибудь куплю в магазине. У меня всего 4К монет. Так, какие бы вещи закупить? Так, тут у меня вообще монет не хватает на эти вещи. Ну, тогда все, вот тут что-нибудь куплю. Вот эта вещь. Вот эту вещь куплю и все. Ну, у меня осталось только 1К монет, но тут просто было написано потратить монеты. Ну и последний раз остался крутануть колесо фортуны. И что же выпадет? Интересно, интересно, интересно. И это сменить пароль, походу. Да, это сменить пароль. Ну, это уж очень простое задание. Так, ну все, я сменил свой пароль. Это было самое легкое задание. Ну и вот такое видео у меня получилось. А кому понравилось, то ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.